Sacred Productions представляет «Запретная земля». В ролях Джессика Блэкмор, Дэвид Мэкки, Лорен Браун, Райан Марсико, Джон Кайл и Джордан Уорд. Продюсер Шэрон Рид. Авторы сценария Хосе Самбрано Каселья и Шэрон Рид. Монтажер, оператор и режиссер Хосе Самбрано Каселья. Тысяча год. Thank you.
Наши дни. Наконец-то, я уже всю задницу отсидел. Зак, ты же у нас голубых кровей. Ты только и делаешь, что сидишь на заднице. Заткнись. Ну где они? Должны быть уже здесь. Перед нами же ехали. Как она медицинский ты закончила, даже с указателями заблудилась. Зак. О, да. Что в тебе? Черт, идиотки, гляньте на мои штаны! Зак, ты все равно испачкаешься. Я соскучилась. Я тоже ужасно соскучился. Зак! Что такое? Я бы и тебя обняла, но не хочу помять твои штаны от Оскара де Лоренте. Они от Ральфа Лорена. Ясно? Ладно, от Ральфа Лорена? Я не слежу за гей-модой. Сама шутку придумала или заплатила кому? Сама, конечно. Оставь шмотки, пойдем внутрь и обсудим план игры. Нам сказали, здесь можно нанять гида по реке. А куда вам надо? Мы студенты-археологи, пишем работу о племенах, обитавших здесь в древности. Археологи? Ковыряетесь в земле, выкапываете старые кости и прочее дерьмо. Верно, одну кучку костей дерьма уже нашли. Забавный ты парень, однако. Слушайте, может, вы все-таки знаете здесь кого-нибудь, кто нам поможет? Может. Но это стоит денег. Отлично. А сегодня с ним можно встретиться? Ну, не знаю. А куда вам надо? Мы направляемся на земли у Лаваши, туда, где был лагерь. Что-то не так? Это запретная зона. Запретная. Никто вас туда не поведет. В смысле? Я не могу помочь. Так, ладно. Я дам тебе это. И столько же тому, кто нас поведет. Есть желающие? У тебя чистое сердце. Видали? Да. Значит, ты не будешь сожалеть, когда его у тебя вырвут. Никаких сожалений, здоровяк. А у твоих друзей? Да. Да. Я помогу вам. Спасибо, сэр. Это плохое место. Никто туда не ходит. Тут мы должны испугаться? Мы слышали кое-какие легенды. Видите ли, мы пишем работу о фольклоре индейцев. Племя Улаваши хорошо изучено, но остается еще много... Мы слышали о том, что в 70-е здесь погибли люди. Все, что нас интересует, это легенда Улаваши. И это нужно для вашей работы? Да. Я доставлю вас до границы места. Дам пару каноэ, но дальше вы будете добираться сами. Я плачу, и ты довезешь нас до места. Слушай, глупый белый сопляк. Я сказал, что доставлю вас до границы места. Кстати, я тут единственный проводник. Хорошо, увидимся на берегу. Просто хочу проверить. Успокойся. Все ли мы взяли? Проверка, еще раз проверка. Аптечку взяли? Точно, проверь. Все ли медикаменты на месте? Очень хорошо. Что у нас с водой? Знаешь, Пит, это была отличная идея. Отличная.
Значит, правда, больше никто не ходит в парк у Лаваши? Я помогал полиции расследовать убийство в 68-м. После этого поклялся, что никогда туда не вернусь. Вы говорите убийство, но никто не знает, что произошло, так? Их убили. Как? Они умерли. Их не просто убили, а растерзали. Никогда такого не видел. Думаю, им за многое пришлось ответить. Это ведь индейское кладбище, да? Преступивших законы племени приводили сюда, чтобы они заплатили за свои преступления. Насильники, убийцы. Их судили и казнили на этой земле. А вы чего боитесь? У меня багаж тяжеловат. Много плохого натворил. Поэтому я туда не могу. Это место, где вершится правосудие. Да ты не волнуйся. Каноэ, которое я вам дам, вполне на плаву. Но предупреждаю. Делайте свою работу быстро и убирайтесь оттуда до заката. Вообще-то мы планировали остаться на ночь, если возможно. Слушай, снаряжение проверено, мы готовы к веселью. Отлично, поехали. Я же сказал, уходите до заката. Я подберу вас ниже по течению. Спасибо. Спасибо за совет. Эксцентричный мужик. Не говори. Это что, шутка? Похоже, они лет 20 здесь лежат. Нам придется оставить половину вещей. Отстой. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось все это тащить. Что за шуточки? Я в это не сяду. Отлично. Тогда посиди в баре. Всем понравятся твои россказни. Эй, вождь! Господи, как маленький. Да уж. Здесь мы расстанемся. Вот мои каноэ. Я живу рядом, выше по реке. Те, которые в воде, в порядке. То, которое на берегу, нет. Да, а где еще два? Этих хватит. Мы в них не поместимся. Отлично, берем эти два. Да как мы влезем? Простите, сэр. А, да, книги. Пит? Что? Нам все книги нужны, их тут три ящика. Нет, 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 возьми только Хендерсона и вон ту красную, ладно? Хендерсона, ладно? Да. Я готова. Хорошо. Джеки, ты хватит берешь? Давай. Да, конечно. Поймал. Это берем, это тоже. Иди сюда. Эй, Пит, блин. Зак. Возьмите этот ящик. Извини. Ничего. Спасибо. Следите за балансом. Тяжелые вещи в середину. Спасибо, Зак. Так, слушай, Зак, твоя помощь не помешает. Спасибо. Ага. Ребята, подождите. Тебе понравится. Так, мальчики и девочки. Господи. План такой, я вернусь сюда около 7 часов вечера. Перед закатом, понятно? Гребите вниз по реке километров 20. Это минут 45. На берегу установлены указатели, так что не заблудитесь. И слушайте, убирайтесь оттуда до темноты.
Увидимся в 7. Где ты взял такую штуку? Заткнись. Порядок. Устойчивая. Довольно устойчивая. Давай, осторожно. Боже. Как же... Садись давай. Стой, полегче. Сядь на это. Садись. Ты что, издеваешься? Ничего подобного. Хватит болтать. Поставь ведро и сядь сверху. Черт. Сядь немедленно. У меня задница в воде. Сядь. Ты слишком много болтаешь. Я как наказанный ребенок. Так, парни. Дай, пожалуйста, весло. На. Спасибо. Ну, вроде все в порядке. Хорошо. Какая красота! Только представьте, 200 лет назад коренные американцы путешествовали этим же путем. Хочу добраться как можно скорее. У меня правая рука уже онемела. Только посмотри, какой образец мужской дружбы. И как Зак там поместился со своим самолюбием? Даже и не представляю. Каково это быть сыном знаменитого писателя, путешественника и преуспевающего бизнесмена? Наверное, круто быть наследником успешной компании. Не знаю, Зак, а каково это, когда твоя бабушка умирает и оставляет тебе миллионы долларов, которые ты не заслужил? Да нет, я серьезно. Он живая легенда. Да, он крутой. Как Индиана Джонс. Поднажмем! Давай, детка, быстрее! Не заводи его. Если они пойдут быстрее, то перевернутся и утонут у нас на глазах. Только не мой Пит. Ты как подросток. Ты просто завидуешь. Вовсе нет. Нет. Слушай, я вижу, как ты смотришь на него. Я не дура. Так, даже если бы меня немного тянуло к Питу, а это не так... Честно, он не в моем вкусе. Мне не нужен ковбой Мальборо. Что? Ну да. Он не ковбой Мальборо. Да-да. Ладно, а кто тогда в твоем вкусе? Не знаю. Если честно, я уже не верю, что когда-нибудь его найду. Ребята, по-моему, приехали. Лагерь у Лаваши. Ух ты! Это здесь. Теперь быстро табань справа, сильно. Джеки! Так, приехали. И ты тоже, Зак. Твоя помощь неоценима. Зак, можешь опереться на весло. Нет уж, спасибо. Не суетимся. Попробуй вылезти, Зак. Давай, вперед. О, Господи! Зак, шевели, что ты расселся. Давай, Зак. Зак, ты сможешь? Я пытаюсь, сядь. Тебе помочь? Сядь, пожалуйста. Ладно, ладно. Молодец, даже очки не потерял. Настоящий мужчина, молодец. Я тону. Отлично. Какая ты неуклюжая. О боже, у меня спина болит. Возьмешь мою сумку? Возьму, возьму. Давай, вылезай.
Извини. Насколько я понял, тропинка ведет отсюда прямо в лагерь. Сам посмотри. Ерунда это. Возьми мою сумку. Да. Мы прошли вот этот знак, значит, мы на верном пути. Зачем тебе старый буклет? Есть же карта. Зак, старого лагеря на карте нет. Балда. Боже. Боже, боже. Держу. Держу. Осторожно. Ага. Ребята! Что? Смотрите! Обалдеть! Да. Просто потрясающе! Вот это образец! Удивительно, что он сохранился после постройки лагеря. Должно быть еще 4. По углам большого квадрата. Это знаки. Согласно мифологии Улаваши, они отмечали границы запретной земли. Место, освященного шаманом племени. Похоже на предупреждение. Точно. Пойдем. Ну? Я думаю, от лагеря остались какие-нибудь коттеджи, так что я иду туда. Пойдем. Пойдем, Джеки, посмотрим коттеджи. Иду. Эй, подождите. Жду. Господи. Эй, осторожней с этим. Джаред, я не вижу никаких знаков, что мы идем в нужном направлении. Черт, здесь написано, что идти нужно всего 2,5 километра. Надеюсь, коттеджи еще там. Конечно, они все еще там. Это не древняя цивилизация, а всего лишь лагерь. Скоро придем. Эй, ребята, смотрите. Это здесь. Шикарно, Джаред. Мне совсем не хочется прилечь. Я мечтаю смотреть чертово кино. Это IMAX? Слушай, Зак, он все-таки привел нас сюда. Хватит ныть. Ребята. А вот и коттеджи. Здорово. Отлично, тень. Как ты? Прогулка не из легких. Наконец-то тень. Надеюсь, туалет работает? Разумеется, вот ваша персональная уборная, сэр. Надо было надеть подгузник, прежде чем лезть сюда. Разве ты его сегодня не надел? Ну вот, нравится мне его подкалывать. Малыш, я пойду туда. Отнесешь мой рюкзак? Конечно. Спасибо. Тебе спасибо. Береги себя. Конечно. Я буду скучать. Я тоже.
Господи, ну и грязища. Да? Шикарно. Пусть девочки вместе примут душ, а папочка посмотрит. Извращенец. Итак, сейчас около полудня. Все нормально? Да. Это дает нам 5-6 часов светлого времени, чтобы исследовать местность. Мы должны методично искать представляющие интерес объекты, вроде того, что я нашел у берега. Помнишь, Пит? Да. Думаю, не нужно напоминать вам, что здесь погибли люди. Поэтому если мы, не дай бог, наткнемся на современные вещи, не имеющие отношения к кулаваши, то не трогаем их. Ладно? Тряпка. Мне просто не нравится трогать чей-то бумажник или зубную щетку, понял, Зак? Особенно, если человек трагически погиб. У лаваши тоже мертвы, Джаред. Нам нужно больше времени. Возможно, придется тут заночевать. Так, мы вот здесь. Насколько я могу судить? Вокруг нас вода. Это что-то вроде острова. Да. Смотри, похоже, берег реки всего в километре отсюда. Зачем мы тогда такой крюк делали? У нас не было другого выбора. Я знаю, что идея ночевки никого не прельщает, так что попробуем управиться. Что скажете? Сначала давайте осмотримся. Это похоже на город-призрак, прямо холодок по спине. Со мной всегда так. Холодком тут и не пахнет. Хорошо, Джаред, куда направимся? Я вернусь на берег, к обнаруженному артефакту. Это место понемногу начинает меня пугать. Как подумаешь, что ребята нашего возраста, как и мы, приехали сюда и не вернулись домой? Не знаю. Ты же любишь приключения? Конечно, люблю. Я получаю массу удовольствия. Уверена? О, да. 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 Пойду найду кого-нибудь поспокойнее. Пока не поздно, проверю отель. Нет ли там места, где можно спать? Дай знать, когда найдешь консьержа. Обязательно. Так. Thank you.
чертов придурок. У меня чуть сердце не выпрыгнуло. Не смог удержаться. Эй, ты чего? Иногда ты бываешь слишком серьезный. Вот. Что? Смотри. Думаешь, это они? Уверена. Выброси. Они выглядят счастливыми, полными жизни. Пожалуй, оставлю себе. Зачем? Это жуть. Не знаю, может, их семьям захочется взглянуть. Все равно, это жуть. А еще я нашла в спальне старую газету. Похоже, забрали только тела и личные вещи, оставив остальное. Похоже, что так. С тех пор здесь никого не было. Эй. Все нормально? Да. Пойду, найду Джесси, может быть, ей нужна помощь. Ладно. С ума сойти. Что за... Что за черт? Джаред, ты куда это? Ты куда? Обратно на берег. Зачем? В песочек поиграю. А, круто. Я пойду с тобой. Кто-то же должен защитить твою задницу, если что. Джеки, иди сюда. Что там? Смотри. Ты что-то нашла? Ты не достанешь мою книгу из сумки? Сейчас. Спасибо.
Ух ты, как круто! Да. Искусная работа. Наверное, трудно было врезать эти буквы в камни. Да, выясню, что здесь сказано. Многие слова похожи на язык местных племен. Их я легко разберу, а вот некоторые отличаются. Здесь не один грех. Даже самый малый не останется безнаказанным. Берегитесь, грешники. Вас ждет правосудие. Звучит пафосно. Это написал шаман. Здесь говорится о том, что земля оживет и накажет виновных. Что здесь все равны? Кажется, в землю нужно воткнуть некий предмет. Вроде батарейки или чего-то такого. И тогда это место станет ловушкой для грешников. Круто. Да? Похоже, ты попала. Думаю, нужно вернуться к другому артефакту и сравнить. Господи, это так далеко. Пойдем. Ты серьезно? Да. С ума сошла. Вещи не забудь. Думаешь, стоит уходить далеко от лагеря? Ты мог остаться. Мне нужно еще раз осмотреть артефакт. Потрясающе. Ты самый умный в группе. Уверен, если что-то пойдет не так, у тебя найдется план. Ты ошибаешься. Слушай, кажется, я что-то нашел. Да? Это случайно не кружечка латте? Ух ты! В жизни не видел таких бледных ног. Зато они богаты. Черт. Должен сказать, что ты представляешь собой жалкое зрелище. Да. Оно же сверкало. Это кожа. Господи, как воняет. Ты всегда нюхаешь все, что нашел? О, черт! Черт! Ты это видел? Нет, я думал, ты сам с собой играешь. Меня пыталась убить речная змея. Да? Чушь. Меня змея чуть не укусила. Ага. Я серьезно, придурок, чуть не укусила. Постой. Что это у тебя? Кожаный мешок, похоже, старый. Дай-ка сюда. Ну? Я знаю, что это. Я знаю, мне нужно... Подожди-ка. Дружище, ты нашел кое-что ценное. Сколько? Сколько это стоит? Цены не в денежном выражении. Какие-то индейские игрушки? Нет, это... Что-то вроде волшебных палочек. Что, как у Гарри Поттера? Нет. Эти деревянные предметы использовали местные индейские шаманы. Для чего? А ты их нашел? Для чего? Да. Ну, согласно легенде, племена использовали их, чтобы осветить свою землю. Если установить их в определенном порядке, одно за другой, можно призвать духов земли. Добрых. Конечно же. Круто. Ладно. Пока ты тут балуешься с этими палочками, пойду посмотрю, чем занимаются остальные Индианы Джонс. Давай. Невероятно.
Постой! Странно. Нет! Отстань! Отпусти, пожалуйста! Пожалуйста! Это ты, Зак? Пожалуйста! Эй! Эй! Нет! Отстань! Пожалуйста! Почему ты ушел, Джаред? Нет, хватит! Отстань, пожалуйста, отстань! Нет, нет, пожалуйста! Пожалуйста, нет, отстань! Заткнись! Теперь ты будешь играть? Будешь? Отстань! Нет! Отстань от меня, урод! Ты такой же! А ну вставай! Вы все одинаковые! Я пытался, пытался! Ты такой же! Черт! Палочки! Палочки! Черт! Ну, ну же! Девчонки! Девчонки! Джаред! Мы были у реки. Он нашел какие-то палки с надписями и вставил их в землю. Что? Правда? Да. Да ладно. Это те палочки, о которых ты говорила? Да. Зря он это сделал. Пойду найду Джареда. Мы влипли.
Вот, черт. Тор? Сидеть. Джаред? Вот дерьмо. Ты в порядке? Да. А это что? Где? У тебя на спине. У тебя... На спине. Утром этого не было. Что? Как больно. Да уж, наверное. Выглядит погано. Что? Где это ты поранилась? Не знаю, я ничего не трогала. На что похоже? Черт. Как будто кожа гниет. Что? И какая-то дрянь сочится. Знаешь что? Пошел ты, Зак! Хватит меня разыгрывать, это не смешно! Я правда говорю? Что? Это что-то серьезное, ну-ка... Черт, ты что-то подцепила. Если бы я что-то подцепила, я бы об этом знала, ясно? Я ни к чему не прикасалась. Ладно, доктор, а я говорю, что у тебя там куча красных пятен, эта дрянь разрастается. О, черт. Ты же мог заразиться, идиот. Играл бы в гольф на Мауи, но нет, потащился за этими неудачниками. Черт. Эй, детка, что такое? Не знаю. Что значит не знаю? Не знаю, чем ты заразилась. Господи, что ты трогала? Ничего я не трогала, черт, все нормально. Джеки, ты вся горишь. Отвяжись. Пит. Что? У нас проблема. Точнее, две. Ну что еще? Каноэ пропали. Пропали? И в смысле пропали? Я же их надежно привязал. Я знаю, но веревки нет, вообще ничего нет. Мы застряли здесь. Черт! Твою мать! И Джареда нигде нет. Да вернется, он копается где-то. Я уже пробовала, ничего. Отлично, заряд же был полным. Черт побери. Привет. Чего грустим? Не сейчас, Зак. О, черт! Боже! Как она? Может, ее паук укусил? Так, нам надо уходить, уже темнеет. А индеец сказал, что мы должны вернуться до 7. Как мы вернемся, Пит? Мобильники сдохли, а каноэ пропали. Что? Каноэ пропали? Какого черта? Я пойду на берег, попробую поймать сигнал, и, может быть, найду что-нибудь плавающее. Да, давай. Может, доску для серфинга? Зак! Будь здесь! Пожалуйста, присмотри за Джеки. Ладно. Джеки? А, черт! Джеки! Черт, что с тобой? Я не знаю, что со мной. Я же привязал их здесь. Что за черт? Стой! Что?
Это тот пес. Давай ты. Есть идея. Что ты задумал? Что? Давай ты. Что? Сидеть. Сидеть. Нет. Сидеть. Черт, страшненько здесь. Хоть кино снимай. Нет. 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 Ха-ха, очень смешно. Что на тебя нашло? Голоса и прочее дерьмо. Простите, я думал, это вы. Что мы? Как она? Кто-нибудь, пожалуйста, найдите Пита. Будь добр. Уже темно. А что, нам пойти? Хорошо. Ну вот, возьми фонарик. Блин. Холодно. Подброшу дров. Чем еще тебе помочь? Может, какие-нибудь таблетки? Мне ничем не помочь. Я умираю, Миранда. Не умираешь. Просто заболела. Вот и все.
А если легенда не врет? О чем ты? Ты сказала, это место, где вершится правосудие. Джеки, ты просто заболела. Мне есть за что ответить. Я вовсе не хорошая девочка. Совсем. Тебе нужно отдохнуть. Я уже видела такое. 4 года назад. В интернатуре. Там был старик Серджио. У него была аллергия на все. Я должна была делать ему инъекции строго по часам. Одна доза. Дважды в день. Однажды в больницу пришел Пит. Было поздно. Он был так настойчив. Он отвлек меня. И я совсем забыла дать Серджио вторую дозу. Ты знаешь, что это? Конечно, я знаю, что это. Нет, ты не знаешь. Хватит. Это важно. О, господи. О, господи, а что это, ты знаешь? Так. Хватит, хватит, хватит. Я прибежала к нему в палату, а он сидел там и смотрел на меня так жалобно. Глупый старик. Черт, глупый старик. На здоровье. Можешь блевать и гадить под себя, а я буду рядом и все уберу. Он весь покрылся красными пятнами. Джеки, это неправда. Зачем ты это рассказываешь? Я дала ему не то лекарство, Миранда. Я знала это и все равно дала. Я знала. В больнице расследовали и другие инциденты. И меня уволили. Меня не обвинили. Но я убила его. Я убила его. Я убила его. Я принесу воды. Thank you.
Джеки? Джеки, как ты? О, Боже! Пит! Джаред! Джаред! Да пошли вы! Идите в задницу, ясно? Небось, сосете друг у друга. Протискай яйца, я слышал, ему нравится. За что? За что, Зак? Зак. Я любила тебя, Зак. 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 За что, Зак? Я здесь, Зак. Зак. За что, Зак? За что? Зак. Я любила тебя. Что ты наделал? За что, Зак? За что? За что? Я любила тебя. Я любила тебя. Ты не любила меня. Никто не любил. Старая кошелка! Ты меня вынудила! Вынудила меня! Ты только и делаешь, что развлекаешься со шлюхами и всякими мерзавцами. Все! Хватит! Достаточно! Больше ты от меня ничего не получишь. Да не волнуйся так, Джей. Ты проиграл дедушкино наследство, испортил свадьбу сестры и продолжаешь общаться с этими странными людьми, занимаясь... не знаю чем. У меня с этими людьми бизнес. Я больше не буду субсидировать твой бизнес. Все, Зак. Пока я жива, ты не получишь от меня ничего. Посмотрим. Прости, что я говорила с тобой сегодня в таком тоне. Я просто хочу, чтобы ты осознал значение денег. Их нужно зарабатывать и тратить мудро. Зак, я не даю денег не потому, что не люблю тебя. А наоборот. Знаю, Джи. Получается, что Джи оставила все вам троим. Джон, вы получаете 3 миллиона долларов и долю в компании. Линда, вы получаете 3 миллиона долларов и пентхаус в Нью-Йорке. Зак, вы получаете 4 миллиона долларов и 51% акций корпорации. Thank you.
Где Джеки? Умерла. А Пит и Джаред? Я не нашел Джареда, а... Пит мертв, да? Да. А вдруг это и правда место правосудия? У тебя есть скелеты в шкафу? Я так и думала. Это будет долгая ночь. Черт. Отлично. Помогите! Помогите! Кто-нибудь слышит? Помогите! Не хочешь чайку, милый? Рад меня видеть. Что за черт? Бесполезно. Миранда, иди сюда. Давай, Миранда, мы хотим поиграть. Ты была права, Миранда. Оно действительно особенное. Отличный план, Миранда. Блестящий. Мне очень жаль. Жаль? Тебе жаль? Пошла ты! Все это твоя идея, все это приключение. Ты убила нас, Миранда. Мне очень жаль. Я знаю о твоих чувствах ко мне, Миранда. Иди сюда. Нет, оставьте меня. Отвяжитесь от меня. Не надо бояться. Нет. Я знаю, ты хочешь. Нет. Я тебя не обижу. Оставьте меня. Нет.
Ничего не сделала. Что вам от меня нужно? Спасибо. Куда это мы? Мы же плывем обратно в лагерь. Ответьте! Прости, малышка. Ты же не думала, что так легко отделаешься? Куда ты везешь меня, мать твою? Вези обратно! Пожалуйста, я хочу домой.
Все грешники заплатят. Все грешники заплатят. Нет, я хочу домой. Мне нужно. Какого черта вам нужно? Фильм переведен и озвучен компанией 1 ТВЧ по заказу Национальной спутниковой компании, 2013 год.